Так, всем привет, вот наши курочки. Тут уже идет вперемешку ядлерские и коричневые несушки, если не ошибаюсь, брама они называются. Может быть, я не прав. И уже часть перемешанные, тут и деревенские, потому что в инкубаторе мы уже своих как бы выращивали вперемешку, потому что петухи от одной породы, курочки от другой породы. Я их решил покормить. Ну, не решил, я их постоянно кормлю. Утром, днем, вечером. Чего у них тут? Семечки. Ячмень. Пшеница. Вот ракушка. Это мы с моря привозили, набирали ракушку. С Крыма. Они ее тоже клюют в перемешку. Так, что еще тут? Кукурузу они в первую очередь склевали. Я вам хотел кукурузу показать. Ни одного зернышка кукурузы нет. И вот накопал им яму. Кучу тут черви. Они тоже копаются в ней. Ковыряются, червячков ищут. Как-то так. Так, ладно. Всем пока. Надо установить им автоматическую поилку. Да, я забыл сказать. Потому что ведро по несколько раз на дню. Сейчас жарко. Наливаешь. Хочу в этот угол, в тенечек бак установить 200 литров. Открыть кран, чтобы капало. Будет капелькой круглосуточно капать. Ну, вот в этот, может, синий лоточек. Посмотрим. И у них всегда чистенькая, свеженькая вода будет из бочки. Раз в неделю набрал бочку. И все. Так, кто у нас там воюет? Кто-то воюет. Вон, лапами по сковородке бьет. Это мамочка. Ну я ж тебя кормил сегодня. Вон она бьет. Сено есть, кормушки не хочет есть. Сейчас так попробуем дать. Ну-ка. Во. Вот так берет, лопает. Ей лень через сетку выдергивать. Она не тянется. Давай я тебе вот так подам. Ой-ой-ой-ой-ой. Кушает. Она у нас мамочка. Окрольчилась на прошлой неделе. Мы даже не знаем сколько. Хорошая. Я ее боюсь гладить. Она иногда царапает. Прям до крови может расцарапать. Тем более сейчас она мамочка. Она сейчас будет оберегать своих крольчат. Вот, кушай, кушай, кушай. Так, все, всем пока. Надо вам еще огородик снять. Всем пока. Ставьте лайки, если понравилось. Подписывайтесь на канал. Если не трудно, поделитесь в Одноклассниках этим видео. Спасибо вам.